Спасибо большое. Хотелось бы поздороваться со всеми вами. Спасибо вам, что вы пришли. Очень рады вас видеть. И мы начинаем свою программу. Группа «Этносаунд». Thank you.
прозвучала татарская народная песня «Томам-дум-дам» перед рассветом. Так, следующая песня будет более ритмичная, называется она «Совну». Ну, на казахском здесь очень много наших друзей казахов. Савш. Thank you.
Кто у нас сегодня с нами играет? Алексей Бец. Какая фамилия у тебя? Жора Капустин, бас-гитара. Одесса. Нижний Новгород. Елабуга, ЖГТ. Айдар Салах. И, можно сказать, транзит Алмата, Уфа, Казань, Москва. Талгат Мухамедов Хусенов. Сегодняшнюю программу мы назвали «Татар Дэнс», поэтому мы приготовили очень много, в основном, народные темы. И вот следующая песня, она посвящена друзьям, другу, можно сказать, Дустуму. Oh,
композиция. Музыка написана нашим другом, прекрасным аккордеонистом Сервиром Абкеримовым, который крымский татарин по происхождению. И Талгат вот сделал обработку на его музыку. Судить вам, что получилось? Московская хайтарма. Thank you.
Спасибо. У нас есть еще один участник нашей концертной программы, гость, который приехал из Башкортостана, из Уфы, шикарный кураист Марсель Вахитов. Замечательно. У него есть несколько таких привилегированных инструментов. Помимо своего вот флейта, он все время выбирал между бас-гитарой и между флейтой. А потом, вот, когда услышали курай, в Алмате мы еще познакомились с Муратом Ибатовым, такой есть народный артист Башкортостана. Ну, в общем, с первого раза просто влюбились в вот этот инструмент. И когда есть такая возможность поиграть с настоящими башкирскими дербелями, поэтому сейчас прозвучит известная такая народная музыка «Урал», посвященная на горе. Эта гора была как защитница, да? Правильно я говорю, Марсель? Ну да, все философии. Thank you.
Василий Вахитов, можно еще раз? Просто бальзам на руки. Господа, Новая Жизнь.
Thank you.
казахском шоу панк.
отец Ринат Бакиров. Thank you.
Дамы приглашают кавалеров.
скоро из Ашхабана нам подарили. Шикарная песня, посвященная дружбе. Поэтому Ашхабан! Bye.
я думаю, здесь у нас была по программе еще одна казахская песня. Знаете, такая хорошая это была песня, она больше была известна в Казахстане как инструментальная композиция, которую играла хороший вокально-инструментальный ансамбль Досмукаса. Вот, называется «Жыр жазамын жүрегімнен». Thank you.
все хорошее когда-нибудь заканчивается. И сейчас прозвучит последняя композиция. Но вечер еще не заканчивается, мы можем посидеть, пообщаться. Потом, ну, сейчас, да, поиграть. Может, еще что-то спеть. Так, Леша. Вец. Пец. Пец. Тут, давай, бегом. Ребята смеются. Я говорю, композиция называется «Сюда-сюда». Куда-куда? Куда-куда? Никуда. Сюда-сюда. В музыке, как в воде. Thank you.
Спасибо, друзья. Алексей Пец, Молдавия. Жора Капустина, это Динамо, Айдар Салатов. Солнечные Петрасы, Дамиль Махмудов. Алмата, Казань, Москва, Уфа, Транзит, Талгат Мухаммедов, Хасенов. Везде свой. Слава Яшвили, спасибо большое. Да, спасибо. Вот наша замечательная солистка Гуля. Никита, большое спасибо. Звук нам сегодня оформлял Никита. Спасибо, как всегда, уютному, очень радушному джаз-клубу Алексею Козлову. Спасибо. Хочу сказать, что 29 числа в Татарском культурном центре по адресу Малый Татарский переулок, дом 8, мы вас будем ждать еще на один концерт. Добро пожаловать, Рахим Итагас. Спасибо. Давайте будем ждать.